На ничью в матче. Ну что, погнали. Какой-то более адекватный это Мы как разыграет. Шура придумываем все приключения на одно место. Никакой контр-игры обычно нету. Постоянно. Да вот так же было играть. Я не помню уже, какие там схемы были. Антидубовикские схемы. Не наша игра, какая-то закрытая. Мы в такие Так. не любим играть. По-моему, у нас неплохо, нет? Позиции. А сюда? Давай так попробуем. Сюда хочет взять. Сюда коня бы поставить, а нет, хреновину. Хотя, ладно. Мы отсиживаться в обороне не будем. Проходная есть. Мы пойдем вперед. Так, сюда. Ну что, так. Ну это, допустим. Да, Он есть такой сбивает, ход у по-моему. него. Ладно, напал. Отошел. Так, сюда. Вперед. Ну. Вперед. Сюда взял. Сюда взял. Сюда взял. Тут вроде все пока Так, держу. опять я тут сейчас зевну что-нибудь, а он Пока закроет, вроде все перекроет, держу. да. Так, напал. Забрал. Отошел. Так, ну, видимо, надо сбрасывать. Шажок. Ой, блин. Сюда. А, не съедается. Не съедается. Ну, ну, такая игра в пулю. Вот как-то так. Замечательная. Блин. Как-то так. 8 секунд у нас еще осталось. Не скажу легкий мат. Я не знал, что был легкий мат. Я был уверен, что в последней пуле мы легкий переиграем. Мат. Легкий мат был в предыдущей игре. Так, ну такой у нас матч. На соплях, в общем-то, плотно, плотно. Прямыми, да. Плотно мы сыграли. Не знаю, мышку надо нормально. Очень плотно. Обычная отмазка в пулевиков. Ну что, спасибо Артему за матч. Что, вот такой. Если прошлые нас... матчи были, что его победа в одну калитку, что мою такой в одну калитку, матч. То здесь час 15 матч. Какой вот у нас матч. И удалось на соплях. Что там 5-7, не особо. Давайте позорно проигранный, как в прошлый немножко раз. Немножко посмотрим игры, которые было... сегодня были, да? Ну да, про пули, наверное, не особо интересно. А по игре сделаем было экспресс-анализ. По игре Блиц у нас партии. Было, наверное... Вот, кстати, только матч закончился, что получится? И кот сразу ушел уже что на сушилку. Ему да? стало неинтересно. Я тут посмотрим. Ну, я три проиграл, так было равенство, ну, по блицу, да? Давайте так. По блицу было в равенство в пуле, 4-4. Шансы, наверное, изначально а после были пули 70 на 30. Все-таки 7, Артем ну как-то пулю играет. Но это не его. 4-4. Поэтому основная игра у нас была. Ну, как-то в длинном я тоже контроле. Не особо. А по итогам длинного контроля у нас ничья. Поэтому ну, примерно по факту на матч должен был закончиться в пуле я не вытянул боливар. Да. Вот первая партия. Да, Артем но... играл белыми. Что? Артем стоял плюс 5. Так давайте мы будем смотреть со своей стороны и быстренько посмотрим. Знаете, что вообще не я так. Думаю, что кстати, Николай, первый он вот гроба. Ну, у каждого уже игрока показывает есть свои там, сильные и слабые стороны. Но мы реагируем неправильно, шахматиста. Да? Е4. Вот у него сильные стороны, ходить? Он быстро играет. Машина ну, говорит Е5. Он играет в пуле, он играет на берсерках, он быстро играет, ну, быстро что соображает. Смотрите, первый ход, ну, машина говорит Е5. А, Е5. То есть вот, ну, потому что он играет в пуле. Е5, интересно, кстати. Быстро разбирается. У него есть слабые стороны, если что он играет взял, левейшие взяли. Дебюты. И ну, это уже какая-то теория. Вообще стратегии как-то не дружит. Отдает там вертикали. And the winner by и вот, технический если нокаут Николай Энд. Олимпиан чемпион Дубовик, не олимпийский сделал. Чемпион. Вот. Тем более Клаву запретили, а он на ней играл, сделать. Это было преимущество в пуле. Ну, потому да, что да, он я согласен. Быстро, ну, ну, в общем, давайте быстро посмотрим, что было. То есть вот здесь поставили. Мы разыгрывали такую позицию. Давайте и проанализируем Артем уже что-то. 3.
Но я этого не ощущал. Тут неинтересно анализировать. Я не могу сказать, что здесь было какое-то прям явное преимущество. Возможно, он делал что-то не то. Но нас интересует уже скорее, так сказать, то, что мы вышли, когда из дебюта. Да? Здесь, кстати, у него был ход d5 мощный. То есть по дебюту он имел огромный перевес. Если бы он эту схему отточил, но, видимо, он не знал, как я буду играть. Ну, да, какие-то звонки, там это не да, кстати, курьер даже. Курьер еще сейчас позвонит. И здесь b4 была это контратака. А мы не решились. Что-то звонили, в общем, не знаю, что-то хотели. Так, опять нам мешаются желтые. Не знаю, дайте пазл рейс, что ли. Пришли анализировать вместе с нами. Так, ну давайте таблички включим. Сделаем. А что еще делать? Где здесь Артем стоял? Вот здесь вот, где-то я наиграл. Вот, взятие. Конь f3. Если кто-то хочет сыграть, могу пару игр сыграть. А, у меня что так здесь? Что можно мне бросить вызов. И он здесь ошибся. А что ему надо было играть? Ферзь f2. Вот так, она! Почему не могу начать? У него была минута 34, правильно. Ладья нападает на ферзя и двойной удар на коня. Вот кто-то зашел, ход сюда. А кто и потом что? Хочет зайти? Ладья d7. Ладья d7. Или не хочет. Ну хорошо, а если я просто... И мне некуда убрать слона, и если я защищаю, он бьет, я бью, и он бьет сюда. Все, это разгром, да. Артем мог здесь сыграть. Ну а дальше машина показывает... Ничья в эндшпиле. То есть тут смотреть, где я думал победа, нечего. Гоняет уже кто-то, да? Так, я немножко теперь не вижу, где у нас это. Давайте вторую игру запустим. Гоняет. Кусаться хочешь? Ты хочешь укусить? Укусить хочешь? Кажется, это норм. Какая же ты кусака стала у нас, а? Он же Николай Рэмбо.